Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давай выполним упражнение 143 на странице 78 учебника по русскому языку для первого класса автора Климановой. Прочитайте песенку петушка из русской народной сказки. Несет меня лиса за темные леса, за широкие реки, за высокие горы. Кот и дрозд, спасите меня. Запишите выделенные слова, поставьте в них ударение. Выделенные слова — это лиса, запятая, и леса, точка. Поставим в словах ударение. Лиса. Ударение падает на А. Лиса. Ударение падает на А. Эти слова одинаково произносятся. В обоих случаях мы говорим звук И. Лиса. Лиса. Но это слова совершенно разные по смыслу. Потому что лиса – это название животного, а лиса – это название природного сообщества. И пишутся эти слова по-разному. Лиса с буквы И, потому что проверочное слово лисы. А лиса с буквы Е, потому что проверочное слово лес. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Если есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.